Привет всем! С вами я, Валентин Медведь, канал мастерской этнических ремесел «Степной дух». Я мастер окарин, который делает вот эти флейты. Да, окарина – это флейта. Если вы посмотрели предыдущий ролик, а я в нем обещал маленький секрет по поводу того, как можно осваивать гамму. Зачастую бывает так, что нет времени, нет возможности. Спят родственники, спят дети, либо уже вы мешаете соседям. Гамму можно играть тихо. Или же отрабатывать движение пальцев и дыхание свое. Для этого что мы делаем? Приставляем окарину не к губам, а чуть ниже. То есть мы имитируем фактически то же самое, что мы делаем, когда играем гамму. Или же с артикуляцией. Теперь наша окарина, свистковая часть, находится ниже губы. И мы делаем все тот же вдох и начинаем проговаривать гамму. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вдох и снова. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если это делать даже беззвучно, без голоса, то получается прикольная такая мелодия, которая образуется при закрывании отверстий. Ну, понятно, когда вверх, ее не слышно. Да, тишина. Вы слышите, она даже звучит в минорной пентатонике, потому что у меня в руках минорная пентатоника, окарина в тональности соль. Ну что ж, вот такой маленький, но я надеюсь, что очень полезный совет по поводу освоения гаммы, да? Ну и не обязательно прямо это делать возле губы, но так вы просто уже четко понимаете, как держать, как не выронить, как, открыв все отверстия, собственно говоря, не выронить, да, инструмент. Если вы не хотите вот делать так, можно делать вот так, даже смотря на нее и понимать, где какой пальчик. Важно следить, чтобы у вас не было зазоров. То есть даже маленький зазор, вот я сейчас умышленно, да, вот на последнем отверстии, создаю щелочку. И что получается? Кажется, как будто она не строит, или вот такой вот поплывший строй. Если все закрыть правильно, звучит правильно. Теперь делаю где-нибудь, например, вот здесь, да, зазор. Или сделаю у трех отверстий, сделаю зазор. Все поплыло, все, то есть туман. Поэтому вот это упражнение даст вам возможность наработать вот это тактильное ощущение. Пальчики станут как будто бы ваши глаза. Вы начнете видеть и чувствовать отверстие музыкального инструмента. Тренируйтесь, пробуйте, практикуйте даже в тишине. И это вам даст возможность приблизиться к музыке, раскрыть мир музыки, раскрыть себя. И, возможно, открыть огромное количество друзей, знакомых. Как это произошло в моей жизни. С 2008 года, когда я начал лепить, создавать эти музыкальные инструменты, мой круг друзей, он только растет. Не только в формате города, но и в формате всего мира, потому что инструменты разъезжаются по всему земному шару. Австралия, Америка, Китай, Япония. И я просто сейчас начну сбиваться и начну вспоминать, куда еще отправлял инструменты.